Работы в рамках программы социальной газификации на территории Одинцовского округа затронули более 170 населенных пунктов, в том числе деревню Петелина. Деревня Петелина у нас газифицируется от частного газопровода Кизеленая роща. 30 декабря были внесены изменения в программу развития газификации Московской области. И до конца 2023 года планируется газификация 19 домовладений деревни Петелина, которые подали заявки на социальную газификацию. На сегодняшний день основной вопрос – источник финансирования развития сетей газоснабжения. КИС «Зеленая роща» обратился в комитет по ценам и тарифам за получением тарифной надбавки для осуществления работ капитального характера по транспортировке газа, сроки утверждения которой составляют от 1 до 3 месяцев. Работы по проектированию на сегодняшний день уже начаты. КИС «Зеленая роща» ведет их в рамках наших договоренностей. Соответственно, с началом теплых периодов начнутся выземленные работы. Продолжаем дожимать эту тему. Важно окончательно решить вопрос с источником финансирования работ и утвердив надбавку за транспортировку газа. Мы обещали людям газ, а значит, он должен появиться в 2023 году. Всего в Одинцовском округе в рамках проекта получат возможность подключиться к магистральному газу свыше 4500 домовладений, в которых проживает 12 000 человек. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».